Джейран — это мои амбиции. Я не понимаю, что это значит. Вот ты уже в третий раз ты говоришь. Я хотел проверить, смогу ли я создать проект сам. Так. Понимаешь, я его создал. Дальше, если честно, мне неинтересно. Я сегодня не люблю Джейран. Адильжан Юсупов закрыл проект «Джейран» в начале этого года, хотя в сентябре 2018-го на фестивале «Гакудаусы» представил новую солистку – Розалину Мирзабекову. Зачем ты взял четвертую участницу? Потому что даже на гастроли ты ее с собой не берешь. Ну, не беру, потому что возможно, что состав поменяется полностью. Что, собственно, и произошло. Уже в феврале Адильжан начал работу с новенькими. Розалину он оставил. Я занималась собой, ходила также на вокал. Мне продюсер сказал, что не переживай, ты остаешься в любом случае. Сказали, что девочек мне присоединят. Если менять их по одному, это слишком затратно, во-первых. Это сразу плохо будет восприниматься. Угу. Лучше сразу с нуля и снова огонь. Итак, знакомьтесь, обновленная группа Джейран. Меня зовут Бота, мне 21 год. Я начала свой путь к творчеству с 13 лет. Меня зовут Арай, я тоже студентка Академии искусств имени Темирбека Жиргенова. Учусь я на третьем курсе на театральном факультете. К слову, все трое участницы национального конкурса красоты «Казахаруэ». Меня зовут Амина, мне 18 лет, учусь, я студент. Я на самом деле актриса. С 15 лет я начала сниматься в фильмах, сериалах. Сериал мой самый первый, наверное, это был главный, где я в главных ролях, это «Крес». Плюс в бэкграунде Амины эпизодическая роль в мюзикле «Сиситай». «Сиситай», по-моему, это очень грубо. Ребята хорошие, ну а чем жму, с кем не бывает. И слышь, заступница, рот свой закрой. А также клип Кайрата Нуртаса и Мейрамбека Беспаева, где она снялась вместе с Розалиной. На этих съемках девушки и познакомились. На данный момент перезаписан весь музыкальный материал группы Джейран. Готовится дебютный трек, а первое выступление четверки будет на грядущей премии «Жилтандауэ». Арайка, Ботик, они немного вот скромные, а мы с Аминкой немного вот, знаете, как бы дерзкие зажигалочки. Поэтому, я думаю, наш тандем будет такой же, как, ну, предыдущий состав. То есть у нас разные девушки. И будем делать все, что нам скажет наш продюсер. Как бы тут надо выходить за рамки вот этих вот границ. То есть, если скажут делать уят, да будет уят. Но четверка покажет свою индивидуальность. Мы не хотим, чтобы нас сравнивали с предыдущим составом, потому что наш состав будет совершенно другой, в другом стиле, в другом формате. Так что ждите.